преддверии Дня местного самоуправления школьникам председатель Думы Артемовского городского округа Наталья Волкова вместе со своими коллегами провела небольшую экскурсию. Ребята почувствовали себя в роли депутатов и решили провести небольшое заседание Думы, где они сами сформировали вопросы, обсудили и проголосовали за них. Надо отметить, что в принятии решений их мнения разделились, после чего участники экскурсии поделились мыслями, что быть депутатом не так просто. Мы в Думе уже второй год проводим дни открытых дверей, когда приглашаем школьников, студентов нашего города, да и жителей просто приглашаем, и рассказываем, как устроена деятельность депутатов, деятельность Думы, рассказываем, как бы показываем работу изнутри. Ну и делимся мнениями, впечатлениями с детьми, они какие-то нам интересные идеи свои выдвигают. Поэтому вот так вот общаемся. Ну, вы знаете, дети настроены позитивно, потому что, конечно, никто не знает о внутренней работе Думы, депутатов. И, конечно, то, что я им рассказываю, какой здесь уклад, какие депутаты, что они разных профессий, разных возрастов. Конечно, им это интересно для расширения кругозора. Ну и просто в целях профориентации тоже неплохо. Ребятам сказали о том, что самое главное – это уметь договариваться, учиться коммуникации. И, конечно же, уметь слышать друг друга и принимать взвешенные решения. Эти качества пригодятся в любой сфере деятельности, вне зависимости от того, какую профессию они выберут в будущем. Мы еще обеспечиваем в обязательном порядке публикацию документов, решений, которые принимают депутаты на своих комиссиях. Вот, и рассказываем, конечно же, о самой главной ценности нашего города, о его людях. Вероника Климова, Иван Петров, Данил Коровченко, городские новости, Артемовский телеканал «Лента».